Всем привет! Сегодня у нас продолжение истории от подписчицы, которой мы с вами давали комментарии, которые ей в какой-то степени помогли, потому что у нее появились новые вопросы ко мне. Она попросила вынести тему, которую волнует на публику, при этом зачитав, скажем так, ее письмо. Я думаю, вы вспомните историю, она не была не так давно, вот в этом году. Итак, я ранее вам писала, что на работе пристает начальник, ухаживает и так далее. Так вот, хочу сказать вам спасибо за ваши советы, советом в комментариях. Всем большое спасибо. Всех благодарю. История закончилась тем, что карантин помог все расставить на свои места. Я никак не реагировала на его внимание, на угощение отвечала спасибо просто, но уже без ответов каких-то взамен. И на этом все закончилось. После карантина он сразу уволился, этот человек. Ему предложили большую зарплату в другом месте. В общем, я смотрела все ваши следующие видео и поняла, что, возможно, где-то проблема из моего детства, что мне не хватает этих эмоциональных качелей в отношениях. У меня в семье все ровно с мужем. Родители недавно серебряную свадьбу отметили. И внимание, я люблю внимание. Это всегда так приятно. Да, кто из девочек его не любит, не согласится разве со мной. Вы также говорили, что может проблема в муже. Внимание есть, но хотелось бы больше. Не хватает каких-то разговоров по душам. Вот так как раз в том видео вы об этом говорили. Где девушка беременная в своей стране, а муж в своей. И разговоры у них сухие. Как ты, как... дела и все прочее. Я могу начать разговор, но муж сидит за компом и начинает ворчать, мол, ой, что, сейчас приспичило поговорить, а раньше никак? Хочется сказать, слышь, дорогой, ты постоянно за компьютером, когда мне с тобой разговаривать? Если не сейчас, то я потом уже сплю, разговаривать точно не буду. Я ложусь спать раньше, чем он, но так не всегда бывает, но часто. Еще, например, такая ситуация. Мне надо было к врачу, говорю, запиши меня. Может, ты знаешь хорошие какие-то клиники, например. Либо я пойду к частному доктору. Просто набила в гугле поблизости, кто есть. Мне нужна была консультация, а он... Да, окей, запишу, сходим вместе. А частные доктора могут приписать тебе то, чего тебя и нет. В общем, договорились спустя время за каким-то разговором. Мне муж припомнил, что я проблемная, потому что... То ты отравишься, то ударишься, то у тебя еще и что-то. Она попросила к врачу обратиться, а потом он припомнил, что ты вообще какая-то у нас больная, у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, наложилось одно на другое. Ну, бывает иногда, что я как бы не робот, что ли, могу и поболеть. И не только я повар, девушка или для приятного препровождения. Но скажу, еще зимой я ходила простуженная на работу, так потом пошли осложнения, что в госпитале под капельницу положили. А вот тут, видите, раз, и опять госпиталь нужен. То есть мужу не нравится, что ей нужно внимание, а она постоянно болеет. Ты это проблемная, меня это просто убило. Чувак, это жизнь, у всех проблемы бывают. Причем или проблемы это мелочные, либо маленькие, либо большие. Моя проблема маленькая. Может, это какой-то у нас семейный кризис? Время, когда друг друга бесим иногда. Я не нависаю над ним постоянно, я не выношу ему мозг. Просто мужчина за компьютером, и там просто особо не вынесешь мозг. Да, оно мне, честно говоря, и не надо. Вот интересно просто, кому еще так мужья отвечают и говорят, как справиться с кризисом в отношениях, и может быть подход к мужчине какой-то другой нужен. Может, все-таки я ему выношу мозг, спасибо. Можете еще добавить, что в сексе у нас проблем вообще никаких нет, голова у меня не болит. И в принципе, всегда я ко всему готова. Я не знаю просто, в чем наша проблема. Может, будут какие-то комментарии, что, мол, загуглили какие-то симптомы. Но нет, это не тот случай. У нас, в принципе, все нормально, но именно проблемы с общением и с вниманием. Ой, как бы вроде бы и понятно, и непонятно немного информации в письме. Я бы хотела, конечно, позадать какие-то там конкретные большие вопросы, но тема, в принципе, понятна, да? Как пережить кризис в семейной жизни, советы от подписчиц, как вы переживаете. Давайте сегодня поговорим о семейных кризисах. Семейный кризис. Вы, наверное, слышали кризис 3 лет, 7 лет и так далее. Там дальше по временам можете в гугле забить, там все это конкретно расписано. Эта история есть, когда люди устают от отношений. Но на самом деле просто определенный промежуток времени, временной, да, когда вы вместе... То есть это условия здоровой психики, да, берутся, естественно. То есть два нормальных психически здоровых человека вступают в отношения в брак, вместе там сожительствуют, они вместе развиваются. И просто по периоду, по определенному времени находит тот момент, когда новый шаг нужно делать. У кого-то карьера больше в гору растет, кто-то там ребенок рождается или еще что-то. Это кризисы. И когда вы преодолеваете этот шаг, проблему, кризис, это просто такой триггер для роста.
либо вы растете, либо вы остаетесь под этим кризисом, не развиваетесь горизонтально, ваше развитие, ну, не вверх идет, да? И тогда вот просто расходятся люди. Один горизонтально идет, другой вверх. Со временем они могут расстаться, либо плохо там жить, страдать, но все равно они в итоге как бы не любовь, это не нормальная семья, и тяжелые отношения, больные. Ну, в итоге, как правило, какие-то, по каким-то причинам люди потом через 10-15 расходятся. Так вот, про кризис. Они не зря по временам, да, известны, расписаны, потому что это просто время, когда нужно развиваться. Если вы вместе в одном направлении смотрите, вы эти кризисы либо не замечаете, либо очень легко переживаете, либо кто-то один в отношениях впали под этот кризис, под развитие другого подстраивается, но вы все равно идете вместе к общей цели, к счастливой жизни, и вот эти проблемки вокруг вас особо не шатают вашу семью, и вы как бы это совместно нормально переживаете. А по поводу истории подписчицы, я сомневаюсь, что там проблема в кризисе. Есть такая история, что после отношений, там, первые конфетно-букетные, только поженились, и потом чувства охлаждают, мы друг другу надоедаем, и тра-ля-ля, и потом начинаем ругаться, и вот, типа, кризис накапал. Первый там, да, кризис отношений. Но на самом деле, если у вас есть любовь, и вы друг друга любите, устраиваете, ну, короче, у вас все нормально, то этих чувств не будет. Это лишь показатель того, что у вас есть какие-то претензии друг к другу. Ваша претензия — недостаток внимания от мужа. Вы просто выбирали мужа и не смотрели на его такое поведение, либо он себя показывал другим. Но вот по факту вы сейчас имеете то, что вот такой человек. Конечно, наши ожидания там, до брака или в первый год жизни совместной, свадебной, вся вот эта история, они были фееричные, эмоциональные, ожиданий больше. Но по факту каждая семья живет очень просто, да, у всех есть график своей жизни. Вот как у вас муж сидит там за компом, что-то, например, играет, или там другой приходит. Очень часто в письмах вот у турки, когда мужья: «Ой, муж пришел, пухнулся на диван, смотрит футбол, потому что тут футбол все повально смотрят», да. Или, а у другой, например, муж, может быть, он что-то, еду какую-то на ужин любит готовить или для себя что-то, у него это ритуал, а может быть, бытовуха, конечно, она есть у всех. Да, как пережить кризис, к этому вопросу если подходить? Создавая эмоциональный, как вы говорите, мне не хватает эмоций, качели, это ваша личная, да, проблема. Но вы можете эти качели не изменами и флиртом на стороне проявлять, какой-то адреналинчик себе в жизнь вносить, а делать эмоциональные вспышки, которые вам нужны, с вашим мужем совместно. Не с другим человеком, а с вашим мужем. Например, вспышка эмоциональная, отпуск. Это самое лучшее, позитивное. Многие люди меняются, это очень многим помогает перезагрузиться, и вам в том числе, и вашему мужу, узнать себя с другой какой-то стороны. Это выход из зоны комфорта. Это новые ритуалы в семье. Найти то, чем вы можете совместно заниматься, какой-то хобби. У меня есть знакомые, которые муж и жена вместе играют в теннис раз в неделю. Он не хотел, он лежал пузом кверху, он уставший после работы, смотрел футбол, но тут у него начала болеть спина, начал ныть, надо на массаж какой-то, наверное, походить. Она говорит: «Да надо, да». И она под шумок просто грамотно это прочувствует, говорит: «Надо спортом заниматься». А вот потом другой день она ему говорит, это вот здесь в Турции, это соседи турки, у нас история была, эта стучанка разговаривала, она говорит: «Я потом ему просто посмотрела в гугле, что там по спорту, чем я люблю заниматься». Им уже, кстати, по 45 лет, то есть спорт они давным-давно забросили. И в итоге, короче говоря, просто теннисный корт во дворе есть в Сиде. И она говорит: «Я пошла», говорит, «Господи, пошла на скидки в Интерспорте, купила пару ракеток самых дешманских, мужу прихожу, говорю: давай в спорт, давай вечером побегаем, давай в спорт, детей с собой вечером взяли, они школьники, дети там что-то бегали, играли, занимались чем-то, свой мячик, они в спорт». И он затянулся, ему понравилось, хотя столкнуть вот это с диваном, она была инициатором этой ситуации. Вот вам как пример какой-то, мы с мужем, когда я была беременная, но мне надо было гулять, уже я весь день с огромным пузом, у меня был огромный живот. Я, муж у меня, вот это мой, сейчас я, раньше моя была претензия, недостаток внимания, я весь день сижу там типа дома, я не могла просто особо ходить, у меня был очень тяжелый огромный живот, мне было и тяжело это делать. Муж работал весь день, и вечером все равно со мной каждый день, на час мы с ним вечером ходили гулять в парк. Железно. Каждый день. Я сейчас-то понимаю, ему огромное спасибо, ему тоже хотелось лечь, закинуть диван, ноги и тусоваться, короче, дома, да, смотреть футбол, там сериал какой-то, у меня всякие сериалы смотрят турецкие. Но нет, он брал это дело. Конечно, не хотел, сопротивлялся. Он сказал: «Мне надо», говорю, «мне нужен кислород, надо гулять, и мне, блин, мне нужно шевелиться, дружок». Ну и все, короче. Ну это уже последний месяц у меня перед родами такой был. Короче говоря, вот это вот недостаток внимания, чувствуешь, что тебе не хватает общения,
не то, что я выносить мозг совершенно верно подмечено. Когда я вот типа я высказывание, когда ты сливаешь свой негатив, раздраженность и претензии, вы скажешь, ты такой-то плохой, ты делаешь так, ты за тебя мне плохо вот так. Это выносить мозг, претензия. А я посыл, и я чувствую себя так-то, так-то, когда мы там, например, я чувствую себя очень одинокой, мне очень грустно, когда ты со мной не отвечаешь на мои вопросы или там со мной не разговариваешь, мне так хочется тебя обнять, и вот что-то так вот можно говорить, а не ты виноват, и вот это вот пиление, вот она разница, эмоциональный посыл своего сообщения человеку. На самом деле, когда ты высказываешь претензию мужу, пилёшка вот это идет. Ты просто, на самом деле, ты не хочешь решать проблему, ты избавляешься от негатива, который в тебе накипел. Но чтобы решить проблему, когда ты человеку подходишь и начинаешь в него кидать словами обидными, он, естественно, закрывается, ничего не будет. Вот, чтобы понимать, выношу я ему мозг или нет. Я не знаю, к себе примеряете так или нет, но если вы агрессивно выкидываете что-то, как змея яд плюет, это пилить, доставать, и ответа вам никогда не будет. Никто никогда не начнет добрым улыбаться и говорить, да, дорогой, конечно, побежали быстрее чем-то вместе заниматься. Ой, я все выключил комп, там, не знаю, свои танчики, давай я сел тебя слушаю, что у тебя случилось? Такого не будет. Уже вот только что его долбили, он открывает щит, закрывается вообще, все, голова в песок, до свидания, я с тобой не общаюсь. И вам бы это было тоже неприятно, если бы к вам с агрессией кто-то наезжал на вас. Как вы после этого захотите меняться что-то, да? На кошачьих лапках, по-мягкому, по-доброму. Вы очищаетесь, высказываете свои эмоции, но не так с накалом страстей и ультимативной форме. А я себя чувствую так-то, когда в нашей семье вот такие-то действия происходят. Например, вот так это можно интерпретировать, рассказывать. И сами придумывайте для начала. Вы знаете хобби вашего мужа. Вам нужно объединяющее какое-то хобби, досуг, времяпрепровождение, ритуалы в семье. И если у вас ужин, совместный ужин, там 8 вечера мы садимся вместе кушать, без телевизора. Вот вам время, 5-10 минут пообщаться с мужем, у кого спросить, какие дела, всякая вот эта история. Или там ритуальное, вот вечером погулять. То есть у вас ритуал — это что такое? Повторяющиеся с определенным количеством времени интервалом какие-то вещи, действия, которые люди делают совместно. Это ритуальное поведение раз за разом одно и то же, которое вам не надоедает и приносит удовольствие вам двоим. И если вы все это уже попытались, и всяко разно к нему, и так, и всяк разно, он ничего не хочет, но остается только принять, что ваш муж ничего не хочет. Вот такой вот он человек. Надо вам это или нет с таким мужчиной быть, уже вы тогда решаете. Вы попробовали, попытались, ну все, пожалуйста. Либо вы с ним остаетесь такой амебой, живете, не интересуетесь. Вот оно, как бы тогда отношение, скажем так, к вам вот такое. И ничего с этим не поделаешь, принять это, либо от этого отказаться, и все. Но попытаться, конечно, нужно. Как переживать вообще семейные кризисы? Сообща. Первое — это главное недопонимание, чтобы не было. Первое — это проговаривать пункты проблемы, до конца докапываться. Кого что в отношениях что-то не интересует. Да, почему? А когда это началось? А что это спровоцировало? Докапываться всегда, когда какие-то претензии есть, до сути, что привело к этим претензиям. Понимая саму суть проблемы, вы можете найти ее решение. А второе — это объединение, что я и говорила, вашего быта, вашего досуга, то, что вне работы дома у вас, чтобы у вас было ощущение семейный очаг, это то, что объединяет. У вас должно какое-то быть объединяющее звено, а не так, чтобы вы живете 20 лет и понимаете, что вы совершенно два разных человека с разными биоритмами, с разными интересами, с разными знакомыми, и вы просто вас объединяет общая жилплощадь. Это печально. К этому приводит не общение, не переживание этих кризисов. Вы в разные стороны. Вы разные, чужие друг другу люди в итоге. И, естественно, дети, семья. Если у вас есть дети, то все гораздо проще. Они вас, в принципе, объединять будут. Это решение совместных проблем и задач. Бытовых, семейных, детских. Решая проблемы, это вас тоже преодоление какой-либо проблемы. Это вас тоже объединяет, если вы сообща работаете. Главное — работать сообща. Уважать мнение, выслушивать мнение своего оппонента. Иногда идти на уступки, делать так, как он хочет. А когда, иногда, когда хотите так, то по-вашему, чтобы было, да? Что все партнерски 50 на 50. Вот и все. Вот там, в принципе, ничего такого сложного нет. Кризисы эти семейные переживаются, когда вы любите друг друга, вот честно скажу. Если у вас есть любовь, уважение друг к другу, вы выслушиваете партнера, говорите о своих проблемах. Не надо никакого великого ума переживать эти семейные кризисы. Оно... Некоторые так живут, они не замечают, что они существуют, эти кризисы. Они просто живут. Вот и все.
Кризис — это по времена развития семейных отношений, кризис — это появление детей, либо какое-то изменение вашего привычного уклада в семье. Это кризис, к которому нужно адаптироваться. Тогда уже после адаптации вы смотрите, как себя человек ведет по отношению к вам и все прочее. Если есть вопросы, комментарии по этой теме, пишите под видео. Всегда оставляю почту в инфобоксе, чтобы вы писали ваши истории, задавали вопросы или записывались ко мне на консультации. Спасибо вам всем большое.